всех приветствовать. Озону рекламу сделаю. В общем, история такая. Последнее время одна из компаний нашего города, без имен будем, ну, начали браковать высоковольтные батарейки вот на подобных автомобилях. Honda Freed, Fit Shuttle и тому подобные машины. То есть вот сейчас Жека снимает батарейку. То есть как это происходит? Приезжает автомобиль. У нас за неделю сколько, Паш, ты только машин 6, да, 7 насчитал? 6-7, да. Перепуганных автовладельцев. Приезжают к нам, а что делать? Нам посоветовали машину продавать, батарейка сдохла и тому подобные всякие разговоры. То есть все типа того, что батарейка труп. И при этом ничего не предвещало беды. То есть все нормально. Ни ошибок, ни тому подобных вещей. Ни мани горит, ни... что там старт-топ и все работает, короче, все вообще нормально, просто вот почему-то все, батарея мертвая, пора ее выкидывать, продавайте машину, все хана, машина, 20-22%, да, вот Паша говорит, всем говорят 20-22%, все типа того, что проще продать автомобиль, потому что, почему проще продать автомобиль, потому что якобы таких батарей нигде нету, вам их потом нигде не найти. Ну и короче, все, люди расстроены, начинают искать, что делать, приезжают к нам. Ну, как правило, мы людей успокаиваем, говорим, да езжайте и ездите, по крайней мере, пока ошибка не выскочит. Но вот один из автовладельцев решил все-таки проверить, насколько правдивую информацию дает один из сервизов нашего города. То есть они забраковали в данный момент, сказали 22% остаточная емкость, батарейка труп, все, пора выкидывать. Думайте, что дальше делать, лучше автомобиль продать. В общем, сейчас поставим на стенд и посмотрим реальность этой батареи. Так, итак, мы все подключили. Ну, она даже вроде не горячим дует, да? Вот она у нас батареечка, батарейка ровная, поставили на разрядку сразу без заряда, проверим, что она нам сразу выдаст, потом зарядим. Сейчас тут, подождите секунду, я сделаю так, чтобы не дуло, шумит все. Не знаю, как можно было ее приговорить, конечно, батарейку, но умудрились. Вот такая ровная батареечка. Но в любом случае мы 100% ее проверим, зарядим, разрядим и дадим адекватную оценку. Смотрим дальше. Так, парни у меня уже поставили на зарядку, не успел я снять. Ну, число все тоже. Сегодняшнее, а где у меня число? Я не помню, где число. Ну ладно, вот зарядка, где-то не здесь число, наверное. Сейчас уже поставили на зарядку эту батарею. Так. И история, это вот я вот уже ее смотрел. Вот у нас сегодняшнее число. Вот оно время, 18:10, уже рабочий день закончился. Сейчас посмотрим, что она у нас показала. Это мы просто сняли батарейку с автомобиля и поставили на разрядку. Смотрите, как она идет. Она просто офигенно ровная. До 12. Даже до 12 не разрядилась. Она у нас, смотрите, 4000 набрала. Просто пацаны домой пошли, поставили ее на зарядку, чтобы завтра ее протестировать нормально. В общем, завтра, конечно, мы продолжим. Но 4000 это уже не 20%. При любом раскладе. 4000 мАч. Те, кто бракуют одну за другой подобные автомобили, очень сильно глубоко заблуждаются. Либо это делают специально, либо неосознанно. Ну что, итак, друзья, проверка у нас завершена. Смотрим на показатели. 5700.
Отличная, ровненькая. Да, вот она даже остановилась просто по тем показателям, которые мы выставили. Даже элементы еще не вывалились. 5700. Новая 6500. Это 5700 на 22%. Даже близко не дотягивает, так скажем. А сейчас я вам покажу. Я нашел документ один. Сейчас увидите. Так, ну давайте сейчас сначала посмотрим, как она у нас разряжалась. Так, это 20 элементов, это чуть-чуть не то. Вот. То есть вот ее работа. Все ровненько. Все четко. Никаких провалов. Ну, не маленьким током. 5700. Думаю, если бы ее еще разрядить, зарядить, это, то есть мы ее поставили на зарядку, она ночью она заряжалась, утром пришли, поставили на разрядку, вот такой вот результат. Давайте посмотрим на документы. Я не сторонник нехорошо высказываться о других сервизах. Люди работают, люди могут ошибаться, потому что мы все-таки не роботы, мы люди. И, а возможно, просто руководитель данной компании не знает, что его диагносты выставляют такие диагнозы. То есть, как я правильно, может быть, неправильно, но понял со слов клиента. Ему показали вот этот показатель. Используемая емкость батареи 22%. Вот восклицательный знак. И сказали, все, машину можно продавать, батарейку надо выкидывать, батарейка хлам. Правда, может быть, я ошибаюсь, что-то не понимаю, такое тоже может быть. Может быть, все-таки я прав, и этот показатель, отталкиваясь от которого, диагносты в довольно-таки знаменитом сервисе приговаривают высоковольтные батареи. У нас очень много машин сейчас приходят таких. И мы часто видим такие показатели 22, 26, 27%, 25%. И люди, которые приезжают вот с этого сервиса, и им практически каждому говорят, все, батарейка хлам, надо выкидывать. А так как этих батарей в наличии больше нету, их не производят, то лучше продавайте машину. То есть вот такие вот рекомендации. Так, вот. Это у нас рекомендации. Используемая емкость высоковольтной батареи 22%. Низкое значение. Рекомендуется ремонт, замена высоковольтной батареи. Ну, в общем, вот, если вы попадаетесь на подобные такие рассказы, не верьте. Состояние батареи я вам только что показал, поэтому, к сожалению, или может быть к великой радости, я не знаком с руководителем данной компании, ну, лично, близко. Если бы мы дружили, бы общались бы хотя бы как минимум, наверняка я бы уже давно бы позвонил, предупредил бы директора, что вот там вот такое, вот такое происходит. Ну, если это, конечно, с его подачи происходит, то это совсем, по-моему, беда. Тогда даже сказать не знаю, что. Ну, а если это просто некомпетентность диагностов, ну, то это совсем уже другое дело. В общем, спасибо всем, друзья, за просмотр. Будьте аккуратны. Данный клиент решил перепроверить все-таки. Не рубить с плеча, так скажем. И заехал к нам. В принципе, другие люди приезжали, и мы их успокаивали. И они уже ездят не один год. То есть первые вот такие вот звоночки начали поступать где-то так, ну, может, года полтора назад. Ладно, спасибо за просмотр.
Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем благодарны, если будете писать о нас хорошие отзывы, хорошие комментарии. Всяких злодеев, негодяев, которые пытаются нас как-то осквернить, знайте, что я вас просто заблокирую, и никто ваши злобные комментарии не увидит.